Вот, за музыку. Циядзин, дзудзун. Yes, of course. Короче, нифига себе, он заканчивается этот видос. Тупо секунд 30. Вот, короче, ребят, давайте одну, только без, типа, вот этой темы. Просто до победы играем. Одна победа, и на сегодня трансляция заканчивается. Вот, завтра, ребят, заранее скажу, что, ну, кто еще, может, кому-то UFC не интересно там, или, я не знаю. Вот, завтра, ребят, стрим 18-19 по Москве, конечно же, имеется у нас, поэтому подходите. Кстати, сейчас я уточню, 18-19, чтобы вас не наебывать в очередной раз. Сейчас я посмотрю, какие завтра игры. Завтра в 15.40 играют ВП Эвос, и в 15.40 играет Нипкол. Поэтому завтра, если вдруг там никакие игры позже не играются, то будет у нас, получается, 18-19 по Москве трансляция. Вот. Завтра вроде каток никаких таких нету. Че, погнали, ребят, одну драку и пойдем с вами отдыхать. Сейчас, знаете, надо... Последняя драка должна быть... Ну, я уже орать особо не буду, понимаете, то что как бы время позднее, соседи спят. Вот, поэтому давайте одну каточку, сейчас на плюс морали надо уйти с победой. Ну, если поражение будет, можно будет еще одну сыграть, как бы победку все равно сделаем. Я понимаю, сейчас вы, возможно, болеть будете против меня. Бля, я не хочу в этом весе, мы в этом весе деремся нон-стоп, давайте другой вес найдем. Что-то рандом, все время на легчайший вес. Не я ставил вот прошлую. Давай. Отмечаю новость, что весной отцом стану. О, мои поздравления, братишка. Спасибо за донат. Спасибо за донат. Так, против меня Хабиб. Против меня Хабиб. Предлагаю Тони Фергюсона взять. Ну, он не Хабиб уже. Ну, ладно. Дастин Порье. Ну, сейчас может быть лютая драка, пацаны. Потому что я уже, как бы, знаете, я уже уставший относительно UFC. То есть именно UFC сегодня я насытился. Вот это сейчас просто уже последняя каточка. Желательно, чтобы это победа была. Потому что каточки сегодня плотные. Погнали. Погнали. Набьем. Только я не хочу смотреть вот это представление. Надо, чтобы пропустили. Надо, чтобы пропустили. Блин, он хочет смотреть представление. Сейчас попробуем с точки разобраться. То есть бороться я не буду, только если он будет как бы бороться, то придется как-то обороняться. Вот, но план у нас на игру простой. Просто в стоечке постараемся разобрать и закончить нокаут. Кулачок стукнул и погнали смотреть. У нас размах рук побольше, чем у него. Поэтому сейчас мы его быстренько обработаем. Обработаем молодого человека. Или он нас обработает. Ух ты! Вот это ударище было. Вы это видели? Пропущен удар был. Не шуточный. Сразу на жопу посадил. Ой-ой-ой-ой-ой. Пропускаю, парни. Пропускаю. Очень жесткий. Очень жесткие удары. Но живут. Но это еще не конец, ребят. Есть еще порох. О, он заканчивается. Он заканчивается, пацаны. Порох заканчивается. Попробую от камбэка сыграть. Камбэк уже всегда можно, согласитесь. Попробуем его с дистанции простреливать. То есть я с ним в размен не хочу идти, у него боец посильнее бьет, чем мой молодой человек. Поэтому надо с ним на дистанции подраться. Не подходить слишком близко. Конечно, в размены с ним лучше не входить. Потому что там парень серьезный сидит. Не, это как бы... Чё, может камбэклинг? Кто его знает. Блин, я, конечно, ебальничек подразбит уже немножечко. That one hurt. Poirier gets hit with that stiff jab there.
Ну и что, мы держимся. Что там он мутит? Будет с ноги бить голову или что? Погнали. Другой вес. Ну, я жарил, на победе уйдем. Как бы одну отдали, но сейчас должны забрать. О, кстати, хороший вес. Средний вес, это я люблю. Поехали. Сейчас надо подсобраться. Просто я проиграл начало и поплыл уже. Ну, там борода начала отлетать. Давай, выбирай бойца, молодой человек. Давайте, максимальная концентрация сейчас, чтобы без хуйни. Просто соберемся, набьем лицо и поедем отдыхать. Давай, выбирай уже бойца себе, братишка. О, деда взял. Это нормальная драка будет, у него ударник. У нас ударник, ударник против ударника, это всегда интересно. Поехали. Ударник против ударника. Это неплохо. Так, у нас с ним 0-0, кстати. Мы с ним еще не встречались никогда. Главное только, чтобы он не смотрел представление и пропускал. Ему 47 лет. Видите? Бойцу, я имею в виду. 47 лет. Как батя моему. Сейчас буду батю пиздить. Ну а что делать? Все, давайте. Максимальная концентрация. Все, ребят. Собрался. Без отмаза. Они проиграют, значит, нет. Сейчас на максимум. Просто не буду совершать ошибки. Лезть куда-то, знаете. Вот. Чтобы не ныть, что вот я, блин. О, Барсон стал. У меня это не проблема. Что тут? Бля, почему они все со мной? Он ударником играет, он стал борцом. Это нормально вообще? Братиш, давай еще. Давай еще. Давай еще. Давай еще. Both guys throwing potential fight enders here in the early going. He got tagged there. Well, his opponent's got the read now, Joe, as he lands the punch to the head. He's got to change up his striking pattern and his tempo. He's going to continue to be vulnerable to that count. Не души, дед. Well, he's connecting with his punches now. Я ведь, я все равно рискую, я не могу. Я говорю, будем играть пейвола, но я все равно, типа, иду на риск. Иду на риск, на какие-то размены ненужные. Ну там, что ел сегодня? Говори. Что ел сегодня, братишка? Что ты сегодня кушаешь? Вставай. Вставай, я не буду с тобой спокойно заниматься. Братиш. Ты что, решил меня на еду проверить? Я все равно. А ну-ка, если так. Оверхендик. Ууу, поймал, хорошо, видали? Ну, я уже, видите, я уже начал. Почувствовал кровь, так сказать. И пошел в расход, но сейчас мы узнаем, что он кушал. По бороде разоткнул. Вот так вот один. Теперь уворот и домой. Проблема. Добивать не будем, пусть встает. Сделаем. Заталово сюда. Разменчик и с ноги домой. Все. Ну, опять же, много ошибок, типа, ну, это так. А ну что у нас по повтору? Там просто с ноги зашло хорошенько. Там все это. Ну да. Просто все. Так, вот это вот закрываем. Дотку открываем. Так. Так. Ребят, не, все, я же говорил, играем до победы. До победы. Собственно, до победы мы и сыграли. Ребят, тебя не было слышно. Ну, я тихо говорил, ребят, я очень тихо. Очень тихо. Бей супостатов. Спасибо за донат, братиш. Я очень тихо говорю, просто, ребят, сейчас уже время 17 минут третьего, и уже поздно, понимаете? Уже поздно, и я не могу кричать.
Вот. Это была, ребят, Last игра в UFC и Last игра в Dota. Ребят, на этом я с вами буду уже прощаться. Завтра 18-19 по Москве подходите. Будем также в перерыв.